Здравствуйте, я приветствую вас на канале Ольга Сантаро. С вами, как всегда, Ольга. И тема нашего расклада сегодня – мысли мужчины о вас сейчас. Итак, мои дорогие, давайте начнем и посмотрим первых три карты, что между вами сейчас. Информация, по которой вы сможете понять, ваш ли это расклад. Что между вами? Вы находитесь в общении, в знакомстве, в отношениях. Если в отношениях, в каких отношениях вы сейчас? Какие нити судьбы объединяют ваши жизни? Мысли мужчины о вас. О чем думает? Что думает о вас мужчина сейчас? Когда смотрит на вас и на ваше фото? Когда встречает вас? Когда вас вспоминает? Что думает человек? Дальше мы посмотрим на сегодняшний день. Как он воспринимает ваши отношения? Пересечение ваших судеб. Как он это воспринимает? Как видит? Каких отношений он хотел бы с вами? Что готов для этого сделать? Его истинные намерения в вашу сторону. Итак, смотрим дальше. Эмоции. По утрам, по вечерам, среди ночи, среди дня, когда рядом и когда далеко. Что у него на сердце, что у него на душе. И, конечно же, какие мысли не дают покоя, какие мысли чаще всего будоражат или радуют, но не дают ему о вас забыть. Итак, кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу, а мы будем начинать. Первый вариант, первых три карты, что между вами сейчас? Информация, по которой вы сможете понять, ваш ли это расклад. Резонирует, интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Итак, что между вами сейчас? Ой, ой, боже ж ты мой. Девочки, смотрите, между вами сейчас... Вы, конечно, в классной позиции. Я вам сразу скажу, нравитесь этому человеку однозначно. На сегодняшний день есть некий момент недовольства. То есть здесь может проходить ситуация, что мужчина вас ревнует, что вы ему однозначно нравитесь, но вы здесь в позиции испепеляющей. То есть я как захочу, так и будет. Как я решу, так и будет. У вас даже, по мнению этого мужчины, очень знойный характер, очень темпераментный. Вы женщина, которая знает, чего хочет. И вот вопрос, хотите ли вы этого мужчину, вот здесь знак вопроса. То есть ему, возможно, еще придется за вас бороться. Сказать, что между вами сейчас со стороны мужчины где-то назревает недовольство, потому что, ну, не так, как он хочет, не так. Да, по четверочке кубков я вам скажу, что ситуация, возможно, на сегодняшний день у вас пока что нет отношений, да, потому что здесь идет момент, что здесь еще нужно за женщину бороться, еще нужно прикладывать усилия, еще нужно себя проявить. Но я вижу, что вы так настроены очень правильно. Здесь я бы сказала, что женщина выбирает себя в этих отношениях и действительно думает о том, а нужно ли ей это вообще. Здесь, конечно, вы мужчине нравитесь, это однозначно, но вот сказать, что сейчас отношения больше мне проходят, возможно, какая-то деловая, какая-то рабочая обстановка, вообще вот так компаниями какими-то вы пересекаетесь. Мужчине вы нравитесь, но вот на сегодняшний день ситуация требует перемены, ситуация требует трансформации, ситуация требует активных действий, потому что я вижу, что вы не намерены ждать всю жизнь, когда он там созреет, сделать первый шаг. Ну, давайте посмотрим еще, что между вами сейчас. Что между вами сейчас? Ну, и опять выходит ситуация, что вы как бы стоите в обороне определенной. Да, я вижу, что здесь очень даже вероятные отношения. Но вот, как сказать, мужчина хочет этих отношений.
Но вот девятка кубков показывает, что вы даже очень так довольны тем, что есть у вас сейчас. Ну, давайте посмотрим. Мужчина как воспринимает то, что сейчас? Ох ты. Скучает что-то по вам. Скучает, думает, чтобы он это сделал, потому что вот без вас плохо, без вас тяжело. Ну, и как-то и вас завоевать тоже тяжело. Но здесь я вам скажу, настроен он на активные действия. Я вижу, что мужчина очень даже такой интересный. Как-то отбиваться от своих мыслей о вас уже очень-очень тяжело. Мужчине очень нравитесь. Если честно, он вас видит то, что он искал, то, что он хотел. Да, вы для него такая маленькая певчая птичка, которая, знаете, упорхает, как только что это ей не нравится. Как только, знаете, веточка где-то сломалась, все, птичка уже улетает. И я вижу, что здесь мужчина настроен как-то изменить ситуацию между вами. Я вижу, что он хочет отношений, он хочет с вами романтики, он хочет прямо где-то прикоснуться к вам. Но я вижу, что вы как-то вот, ну, стоите на своем. Давайте посмотрим вы, да? Вы в этих отношениях сейчас. Что у вас? Что у вас? Ну, вы источник любви, да? Как завернете, так и будет. Как повернете, так и будет. Но у вас действительно здесь есть выбор. Здесь есть выбор. Я бы даже сказала, что здесь мужчина нравится. Но вот на сегодняшний день, знаете, вы действительно действуете правильно, потому что вы сейчас как бы немножечко переламываете ситуацию. Хорошо, а что мужчина хотел? Потому что я вижу, что как-то вот легче хотел ситуацию или, знаете, как-то побоялся. Углубился он как-то вот в отношения с вами. Чего ты хотел первоначально? Ну да, это такой пожезлов. Быстро, активно, весело, интересно, да? Но вот как-то оглянулся вокруг себя, вот уже кроме вас уже и женщин не видно, да? То есть только вы в его мыслях. Но вы знаете, да, здесь был такой легкий посыл. Возможно, пообщаться с вами, как-то пофлиртовать, как-то позадирать вас где-то, да? Вот вы ему интересны, вы ему нравитесь. Но я вижу, что первоначально его позиция была, возможно, где-то мальчишеская. А вы как-то вот хотите в свою жизнь короля, да, вот настоящего такого мощного мужчину. А он первоначально себе показал как паж. То есть я всего хочу, но дать ничего не могу. Или не хочу ничего давать, хочу только брать, брать и брать. Вам эта позиция показалась даже смешной, возможно, да, потому что, ну куда ты к такой королеве, да, вот со своим пажем тут и лезешь, да, ну здесь нужен король, но я вижу, что ситуация изменилась, здесь есть момент, что он как разглядел вас, заинтересовался вами, заинтригован он вами, действительно, на сегодняшний день вы прямо в силе изменить ситуацию. И сейчас вы в решении, возможно, в выборе, возможно, кто-то еще за вами ухаживает. Или в общем, да, задаетесь вопросом, нужны ли вам эти отношения, нужна ли вам вся эта история. Потому что, ну, как-то первоначально не увидели, что человек готов вкладываться. Я вижу, что он изменился, изменилось его некое восприятие вас. Давайте здесь спросим сразу. Как ты эту женщину воспринимал раньше? Ой, закрыто. Ну, я как ее не знал, да? Вот она мне нравилась, я ее не знал, какая она. Но вот какая-то встреча с вами, какое-то общение с вами, оно изменило его мнение. И каким образом? Как ты ее видишь сейчас? Как ты ее видишь сейчас? Ох ты, девочки! Ну, вы знаете, что сейчас человек прямо готов что-то и оставить позади. Идти к вам, не оглядываясь, да, прямо в десяточку кубков. То есть, да, я вижу, что очень изменилось его мнение о вас. Возможно, первоначально он вас как бы не знал. Да, красивая, да, интересная. И какие-то были минимальные шаги в вашу сторону. И, возможно, вот вас это не устраивало. То есть, ну, о чем говорить, да? Возможно, на сегодняшний день у вас или нет отношений, или же какая-то переписка, какие-то, знаете, шаги в вашу сторону. Но, возможно, вы воспринимаете, что это не очень серьезно. А я вот вижу, что мужчине изменилось мнение о вас, и очень качественно. И изменило это мнение какая-то ваша встреча, возможно, крайняя, возможно, какое-то общение с вами, более глубокое познание вас. Но я вам скажу, что да, здесь у мужчины очень мощный такой вот интерес
телесного плана, вы ему очень нравитесь, вы ему очень интересны. И сколько бы мы ни говорили о душе и о том, что нужно любить душу женщины, да, вот как-то стараться как-то ее понять, все равно мужчины идут на внешность. И здесь я вижу, что да, привлекся он на вашу внешность, но я вижу некое общение с вами, оно дало определенные корни, да, глубину. На сегодняшний день, возможно, вы еще как-то воспринимаете, а возможно ли с ним серьезные отношения, да, более интересные, более глубокие. Потому что вот, возможно, вот это какая-то переписка, какие-то, знаете, взгляды, какие-то улыбки, да, этого мало, это совсем мало, знаете, это вот какая-то игра, с которой уже пора выходить. Пора выходить уже в более какие-то красивые, серьезные отношения. Я вижу, что этот мужчина уже ловит себя на мысли о том, что он и думает о вас, и видит вас, женщину, на десяточку кубков. То есть он хочет с вами отношений, где-то даже готов в своей жизни на какую-то стремительную, кардинальную перемену. Давайте посмотрим еще. Вот сейчас, да, ситуация сейчас, она в периоде перемены, да, возможно, возникла какая-то вот прямо развилка, то есть ситуация решается в моменте здесь и сейчас. Действительно, здесь решающая какая-то позиция, решающее слово будет за вами, но ваши отношения очень даже вот сейчас могут в ближайшее время, могут выйти в более такие романтичные, более взаимные, более красивые, да, ну да, здесь, конечно, решаете вы однозначно, но вот сейчас, на сегодняшний день, ситуация как бы на середине реки, и что из этого получится? Получится ли что-то, да, ну да, показала определенную развилку, то есть все может быть, но и может быть, что, знаете, вот как-то вот ничего не получится, да, зависит, конечно, я вижу, что очень многое будет зависеть от шагов мужчины, от правильных шагов, ну и, конечно, окончательное решение это вы, и да, есть сумасшедшее притяжение к вам, но вот я вижу, что вы, возможно, задаетесь вопросом, а стоит ли и будет ли это настолько ресурсным, настолько красивым, как вот я бы этого хотела? Потому что вот сейчас мнение об этом человеке, знаете, оно какое-то вот, возможно, поверхностное, возможно, мало вы знаете этого мужчину. Возможно, какие-то шаги, какие-то вот ваше общение, оно вот на уровне пажа. То есть это мало, и это не показатель, вот знаете, вот этого мужчины. То есть сказать, что вы прямо от него без ума, вот я здесь не могу. Да, нравится, да, интересен этот мужчина, но сказать, что вот с ним я буду счастлива, вот, возможно, здесь вы задаетесь вопросом, да, и стоит ли вот все это продолжать. Ну, давайте посмотрим. Я вот здесь хочу посмотреть еще самого мужчину. Покажи нам его сейчас, какой он, ой, девочки, шанса он хочет, шанса, возможности, влюблен он в вас. Я вижу, что есть у него симпатия, есть влечение, есть интерес. Что-то он сейчас о вас вспоминает, думает. И как-то он, я вообще вам скажу, воспринимает вас очень такой милой, беззаботной, красивой, веселой, да. Ну, вот такой вот, возможно, некого стержня вашего он еще не ощутил, да. Вот этот момент, что вы можете развернуть, да, и показать плетку, да, вот здесь он еще этого не осознал и не понял. Но да, есть к вам интерес, есть лечение и очень хочет шанса. Вообще, по поводу этого человека. Вы знаете, да, я вижу какие-то определенные ограничения на сегодняшний день, которые его сдерживают. И, возможно, вот эти его шутки-прибаутки, это такая, знаете, маска, чтобы не показать вам, что вот все очень серьезно. И для него очень серьезно он воспринимает ваши отношения, которые, по сути, на сегодняшний день, это какие-то первые шаги. Но здесь есть момент, что есть какие-то ограничения у этого человека, которые его буквально сдерживают. Но там проходит конкретная какая-то перемена, трансформация, и я вижу, что он как бы сейчас скрывает глубину, возможно, своих чувств, своих намерений. Но мы вот сейчас посмотрим, но я вижу, что человек очень даже хотел бы с вами отношений. Но вы знаете, да, внешне вы ему очень нравитесь. Хочется вас узнать, вот этому мужчине, ему хочется вас узнать. Вообще, по сути своей, это человек, который вообще-то поспешных решений не принимает. Он очень все обдумывает 8 раз, пока он вот начнет активно действовать. И в вашем случае это тоже вот такая вот ситуация. То есть человек долго думает, но если он уже начинает действовать, он уже идет к какому-то определенному результату. Вам хотелось бы больше, знаете, вот спонтанности, возможно, проявления.
проявление страсти, да, чтобы вот любовь накрыла, чтобы это все было так жарко, интересно, потому что вы по своему типажу человек очень темпераментный, и вам кажется, вот все, что требует некого осмысления, это уже вот придуманное логикой, да, вот все, что спонтанно, оно от сердца, от души. А вот этот мужчина, он такой немножечко, знаете, вот затягивает он резину, и этим самым он упускает какие-то свои шансы. Да, вижу, что вы очень так в его интересе, очень вы ему нравитесь, где-то он действительно теряет голову. И вот мы посмотрим дальше, что из этого получится. Но сейчас я вижу какие-то ограничения, которые его все-таки сдерживает его вот этот любовный интерес, скажем так, к вам. Ну, давайте вот спросим, да, а что это за такие ограничения, что это за такая ситуация? Ну, вот двоечка жезлов, планы у него есть на вас. Я вижу, что что-то он готов оставить позади, да, как бы дать новому шанс и возможность. И планы он на вас строит. То есть, девочки, смотрите, я вижу, что здесь, конечно, мне и там проходило, что он готов что-то оставить и идти в новое с вами. Возможно, где-то этот человек задумывается, нужен ли он вам, потому что он вас видит очень такой яркой женщиной, очень темпераментной. Ну, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, что там происходит дальше. Мысли этого мужчины о вас сейчас. Что он о вас думает? Ой, девочки, вот только посмотрите, старший аркан влюбленный вышел. Ну да, да, есть момент неких чувств, знаете, стрела Амура его, знаете, не потеряла, нашла его, вот эта стрела Амура. Ну, я вам скажу, да, есть интерес, есть чувства, и есть вот этот момент, я тебя выбрал, а теперь ты выбери меня, да? Ну, посмотрим, что ты думаешь о ней. Вы знаете, как-то он видит в вас возможность... Вообще на что-то лучшее из своей жизни, на искренние чувства, на искреннюю любовь. Возможно, этот человек в силу своего логического размышления, таких своих логических мыслей, сам себя загнал в очень такую, знаете, ситуацию зависимую. То есть здесь может проходить, что человек выбирал какой-то комфорт, какие-то материальные блага, и вот, возможно, отсекал какую-то возможность влюбиться. То есть явно идет момент, что каких-то планов, да, у него не было. Это как-то спонтанно произошли чувства к вам. И вот на сегодняшний день этот мужчина вас воспринимает, что вот, вот она настоящая жизнь, да, вот та женщина, которая... показала мне, да, вот настоящую жизнь. У него очень даже такие красивые чувства по отношению к вам. И он думает о том, что вот по Иерофанту вы не просто так пришли в его пространство и в его жизнь, что у вас вот действительно важная роль. Этот мужчина вообще-то хочет с вами отношения, это однозначно, да, хочет отношений, да, где-то он признал правду, признал истину и держится, знаете, за какую-то идею быть с вами, как за спасение своей жизни. Очень проходит, что этот человек может быть и очень даже ресурсным, очень даже состоявшимся. И в материальном плане у него все хорошо. Но вот как-то вот в личной жизни попал он в некую свою же западню. То есть где-то все время выбирал не то, чего хотела его душа, а то, что было удобным, что было комфортным. А вот сейчас он, знаете, как-то вот почувствовал, что главное в жизни. И вообще-то я вам скажу, что этот человек очень даже склонен действительно на очень активные действия, на очень неожиданные действия по отношению к вам. Здесь действительно может проходить такая ситуация, что кто-то не свободен сейчас, потому что, да, есть какие-то сдерживающие факторы. Это для единиц, и я вам скажу, что это не есть для вас тайна. То есть вы или знаете, что он свободен, или знаете, что вот он... не свободен, но для некоторых есть первый вариант, здесь может пройти такая ситуация. Вы знаете, что человек прямо готов на значительную и на значимую такую перемену в своей жизни, когда он выберет настоящие чувства, когда он выберет любовь. Ну, давайте посмотрим еще, что ты думаешь о ней сейчас, что ты думаешь об этой женщине. У него очень сильное притяжение к вам. Боже, девочки, я вам скажу, что да, здесь прямо... проходит ситуация, что какая-то перемена. Человек желает перемены, да, вот как бы на другой берег, на какую-то вот совсем перемену большую в своей жизни.
Вы очень его вдохновляете. Вы действительно очень красивая женщина. Вы ему сильно нравитесь. И где-то он даже ловит себя. Вот смотрите, как вы солнце, да, без вас жизнь очень такая, знаете, холодная и серая. А вы как солнышко. Здесь мужчина хочет действовать, он считает, что вы ему сильно нужны. И сейчас я вижу, что, возможно, у вас не так много контакта, есть некий такой дефицит вашего внимания. И мужчина прямо греется какими-то воспоминаниями о вас. Вот вспоминает, как он вас видел, как он с вами общался. И очень даже его тянет к вам. Он как бы ждет определенного рассвета. Он ждет какого-то вот своего, возможно, признания. Очень может быть здесь, что первый вариант, что человек скрывает свои чувства, потому что я вижу, что вот какого-то полного раскрытия его нет. Вы ожидаете и думаете, почему, да, почему человек, время идет, и человек не признается, не раскрывается так, как вам бы этого хотелось. А я вижу, что это произойдет. Это произойдет, но здесь действительно у вас очень разные темпераменты в этом плане. Вы живете искрой, вы живете эмоциями, вы живете в моменте здесь и сейчас. Вы не, знаете, не растягиваете свою жизнь, что вот когда-то, да, вот когда-то. Вы хотите жить здесь и сейчас. Человек какой-то прагматичный, да, какой-то материальный, такой, знаете, приземленный, возможно, вот по сравнению с вами, да, этот человек где-то приземленный. И у него очень может быть хорошо в материальном плане, но именно в плане эмоций, да, вот у него здесь прореха, и он действительно вас воспринимает как солнце, очень яркую, очень красивую женщину, которая просто входит, да, в комнату и все, да, и она в центре внимания, по крайней мере, этого мужчины это точно. И здесь человек как-то вот задумывается, что вот ему не хватает вот этого тепла, ему не хватает этого темперамента, и вообще он считает вас безумно красивой женщиной. И здесь, да, я соглашусь, что здесь он может опоздать, потому что вот такая женщина, такая интересная, такая знойная, да, она всегда в интересе мужчин. И здесь и прошло, что у вас и выбор, да, и на сегодняшний день есть. И вообще вы склонны выбрать себя, вы склонны выбрать лучшее для себя. И не факт, что этот мужчина. Но я вижу, что да, интерес к вам безусловно есть. Давайте посмотрим еще, что думает о вас этот мужчина сейчас. Девочки, смотрите, здесь прямо вот действительно, вот это его холодный его расчет, он как-то его отпускает все-таки. По рыцарю кубков здесь человек хочет признаться в чувствах. Но будем надеяться, что он успеет, или надеяться, что он не успеет, это так уж, как уж повернет, да. Но я вижу, что действительно у него очень даже может быть конкуренция, даже и на сегодняшний день, и со временем она будет усугубляться. То есть некий его вот этот расчет и выдержка времени, да, она может сыграть все-таки не на его пользу. Но здесь мужчина хочет признаться в чувствах, знаете, сам осознавая и понимая, что это будет большая перемена, да, перемена в ваших отношениях, вообще в его жизни. Что думает о вас мужчина? Ухаживать хочет за вами, да, хочет ухаживать, понимает он какую-то сложность, да, почему-то для себя. Я вижу, что ключ у него есть, то есть у него есть возможность с вами общаться, у него есть возможность, как-то он знает, он, возможно, даже имеет ваш номер телефона или знает, как каких-то общих ваших знакомых, друзей, то есть он имеет полный контакт и может к вам проявиться, но видит он для себя это как-то сложно. Но, с другой стороны, я бы сказала так, что этот мужчина действительно настроен действовать, настроен проявляться к вам. По императору очень ему хочется, чтобы вы были его женщиной. Очень. Вот он считает, что да, вы шикарная, и где-то, знаете, и людям показать, какая шикарная женщина рядом с ним, потому что ему свойственно это, да, как-то, знаете, показывать, что он лучше кого-то. То есть в нем это есть. Есть некие сложности в его характере. Конечно, выбирать, безусловно, вам, но шаги к вам действительно будут. Будет проявление. Я вам даже скажу, что не обращайте внимания на какую-то разницу в возрасте. Если этот мужчина вам интересен, вы смело можете вот входить с ним в отношения. Здесь я вижу, конечно, желание мощное очень, что вот она должна быть моей. Хочу, чтобы была моей. И здесь будут какие-то ухаживания, какие-то
какие-то прямо... Вообще-то я вам скажу, что видит он такой куколкой вас. Вы очень такая обаятельная девочка, обаятельная женщина, даже если, знаете, вам не 20 и не 25. Но вижу, что вы прям обладаете шармом. Этот мужчина, он прямо на этот падкий, на ваш шарм. И здесь я вижу, что он как-то вот затею, знаете, встречаться с вами, войти с вами в отношения. Он ее не может отбросить. У него есть сейчас возможности, да, вот как-то прямо резко проявиться, но он вот как-то сидит пока что, да. Но я вам скажу, когда этот человек начнет действовать, его уже ничего не остановит, он будет очень активен. Давайте посмотрим дальше. Итак, на сегодняшний день, как он воспринимает ситуацию между вами? Так, ситуация между вами. Ой, ой, боже ж ты мой. Вы, конечно, да. Ну, выжидает. Он, знаете, ему хочется вас притянуть к себе. Хочется притянуть. Так ему вы вообще, вы ему так интересны, вы ему очень нравитесь. По девяточке чаш, вы знаете, такая женщина прямо изобильная. То есть она полна энергии, полна вообще страсти и огня. Девочки, интерес, конечно, грандиозный у этого мужчины. Но вижу, что вот прямо как хочет как-то медленно притянуть вас к себе, чтобы вы были прямо рядом с ним. Знаете, сократить какую-то дистанцию. Но вы знаете, что да, вот этот паж мечей, нужно как-то с вами поговорить, а у него все время такое ощущение, что вы заняты чем-то более интересным, чем он. Что, возможно, он вам не так уж интересен, как вы ему. То есть здесь такое немножечко, знаете, неуверенность его личная, она здесь есть. Потому что вот видит вас просто классной женщиной, а он, ну что я. Вот как-то нужно... помаленечку, да, понемножечку, потихонечку как-то вот налаживать с вами связь, приближаться к вам. А вы, возможно, ждете какой-то спонтанности, вы ждете какой-то вот прямо активности, да, уверенности прямо в мужчине. Вот я вижу, что вам нравятся такие мужчины успешные и мужчины, которые прямо действуют в моменте здесь и сейчас. Вам это импонирует как женщине темпераментной. А здесь вот сиди и жди, да, когда он там тебя начнет притягивать к себе. Ну, такая себе история, девочки. Я, конечно, вижу, что он может припоздниться, да, вот пока он там придумывает, как бы это вас очаровать, вы очень даже в каком-то вот обширном интересе, вы в каком-то, знаете, открыты к знакомствам, открыты к общению с мужчинами и вообще с людьми, очень интересная личность, и вообще-то я вам сказала, что вы так сконцентрированы на неком развитии, вы очень интересный человек, и вы знаете, как-то вы не закольцовываете свою жизнь только в отношениях. То есть в вашей жизни есть очень много чего интересного. И, конечно, хотелось бы как-то, чтобы этот человек открылся, раскрылся, но я вижу какую-то медлительность все же. Ну, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим действия от этого мужчины на ближайшее время. Какими будут действия от этого человека? Какими? Ой, девочки, а действия будут. Действия придут через глубокую ревность. Через какой-то просто капец. Здесь может очень проходить, что действительно за вами начнет кто-то ухлестывать, ухаживать, уделять вам знаки внимания. И это как-то его так заденет, что а как же я, а как же мое сердце, а как же мои чувства, а я же ждал же здесь, вот чего ты ждал, чего ты ждешь здесь, конечно, мне непонятно, но тем не менее, я вижу, что человек прямо идет через какую-то ревность, перемена в ваших отношениях будет. Я еще раз повторюсь, вы прямо... в свободном выборе по отношению к этому человеку непосредственно. Возможно, пока он там созреет, вам эта история уже будет неинтересна, но тем не менее, я вижу, что прямо через какую-то ревность этот мужчина начинает очень активно действовать по отношению к вам. И даже где-то даже превышать ожидаемое. Так. Ой, да, вот прямо отношения, десятка пентаклей, четверка жезлов, то есть... Ну да, здесь прямо показывает непосредственно. Перемена очень... Боже, девочки, здесь даже все может получиться. Я вижу прямо, как, знаете, из глубокого сна. Главное сделать первый шаг, а там дальше я вижу, что очень даже стремительно начинает мужчина действовать. Ну вот я вижу, что да, на ближайшее время очень даже действия интересные. Ну хорошо, какого ты будущего хочешь? Какого ты будущего хочешь? Старший аркан солнца, девочки.
вы знаете, вообще на него очень обжигающе действуете. То есть, с одной стороны, этот человек очень хочет вашего тепла, с другой стороны, опасается обжечься, опасается где-то вот травмироваться буквально, да, что вы его как-то вот буквально ошеломите, да. Ну, где-то этот мужчина, знаете, надеется на лучший результат, но все-таки опасается отказа, считая, что вы женщина, которая, возможно, достойна более классного мужчины и ждет более классного мужчины, да. А он как-то в себе особо, знаете, ну, я вижу, что все-таки не бросит он эту затею. Все-таки я вижу, что будет он как-то проявляться к вам. И даже очень с такой надеждой, что все у вас получится. Ну, давайте посмотрим дальше. Итак, эмоции этого мужчины по отношению к вам. Ой, дева. Вот это идет через ревность, через страх, что могу потерять, через страх, что могу упустить. Здесь, конечно, я вижу вот эту ситуацию. Она мне прямо наглядна. Пока он там созреет, пока он там что-то придумает. Вы очень даже там уже и в полете, да, то есть чемодан собран, самые красивые туфли одеты, и я вперед, вперед в свое будущее счастье. Здесь, конечно, смотрите, какая ситуация. По семерочке ВД этот мужчина однозначно о вас очень много думает, и даже фантазирует, и даже очень-очень вы хорошо смотритесь в главных ролях его мечты. Но четверка воды показывает, что вот так, как сейчас ему не нравится, где-то он опасается все-таки вас упустить. Все-таки, пока он там будет сидеть в засаде, да, более хитрые охотники придут, знаете, и будут вас завоевывать. А вы действительно женщина очень такая эффектная, и мужчина на вас засматривается. Возможно, у вас был какой-то период, знаете, вот действительно, как выбираю себя и так и транслирую эту вообще информацию в пространство, да, что и как-то вот мужчины, возможно, задумываются, чего вы хотите, чего вы хотите. Но я вижу, что он опасается вас упустить. Очень даже опасается. Очень бы этого не хотел. Очень бы, знаете, как-то ему не хотелось бы упускать такую королеву. Но думает о вас. Думает, и да, он вышел за порогом вашей жизни. И ему только остается представлять, как вы принимаете душ. И хотелось бы ему быть вот этой водой, которая течет по вам. Давайте посмотрим еще его эмоции. Ну, хочет отношений. Я вижу, что здесь есть момент, желание где-то пойти на компромисс, желание где-то показать вам себя лучшим видом, лучшим, знаете, таким проявлением. Ну, вот, знаете, где-то дает слабину. Вот я вижу, что вот вроде бы настрой очень классный, но где-то он останавливается. Возможно, какие-то обстоятельства его останавливают. Возможно, ситуация не слишком так и проста, но тем не менее вижу, что вот такой порыв эмоциональный он есть, и в какой-то момент человек как-то вот себя останавливает. Почему? Почему останавливаешь? Ну, вы картинка, вы красавица, вы знаете, здесь момент любоваться вами, да? Да вот какие-то вот, знаете, ну что откажете? Откажете, что вам нужно что-то более серьезное и более значимое. Какие-то опасения вот есть у него, они его как-то останавливают, я вижу. Вот с одной стороны вижу очень такой бурный эмоциональный, знаете, подход, по сути. И с другой стороны как-то человек себя останавливает, притормаживает, что-то размышляет. Ну давайте посмотрим еще. Какие мысли не дают покоя? Какие мысли? Ой, девочки, одни мечи вышли. Одни мечи. Он боится, что вы разобьете ему сердце. Что какой-то неправильный шаг, он лишит его какого-либо общения с вами. Он опасается, что вы ему откажете, как-то вот ваше общение, оно вообще сойдет на нет. А ему очень бы не хотелось. И потому он действует осторожно в желании вас влюбить в себя. В желании быть полезным, в желании быть защитником для вас. И как-то, чтобы ваши глаза открылись, чтобы вы его заметили, чтобы вы его к себе приблизили. То есть здесь я бы сказала, что человек, давайте еще несколько карт, я бы сказала, что человек как-то будет проявляться постепенно, подбирая какую-то меру, желание быть полезным, интересным. И как-то вот вас влюблять в себя собирается. Ой, девочки, он прямо сохнет по вам. Ой.
не отдам никому. Такая прямо жадность вами, девочки. Я вижу, что здесь прямо влюблен мужчина. Влюбленный сохнет и будет как-то к вам подбираться поближе, потому что вот боится, что если он сделает что-то спонтанное, да, он может нарваться на ваш отказ. Вот такая вот ситуация. Здесь, конечно, выбирать исключительно вам, потому что здесь я вижу, что мужчина вам, возможно, очень даже интересен, но вот это его размышления, да, слишком глубокие, они ему здесь мешают. Но я вижу, что через какую-то ревность, где-то он вас сильно приревнует, и, знаете, откроет все карты, скажет, а я здесь жду, а я здесь люблю, а как же я вот как-то в стороне останусь. И здесь начнутся активные действия. Вот такой вот у нас первый расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я буду очень рада, а мы продолжим. Итак, второй вариант. Если вы слышите, что информация резонирует, интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Так, девочки, смотрите, здесь может быть ситуация на сегодняшний день паузы. Какого-то, возможно, человек на расстоянии сейчас. Возможно, где-то в поездке какой-то. Все будет хорошо. Первая карта туз пентакли. То есть здесь, смотрите, если у вас какая-то пауза образовалась в плане недоразумения, но больше мне проходит все-таки мужчина, знаете, в пути. Мужчина в дороге, то есть может быть расстояние. Смотрите, смотрите, какие карты. Все будет хорошо, все будет отлично. Может проходить ситуация, что у вас сейчас какая-то вот неполная связь, да? Пауза в силу обстоятельств того, что вы сейчас на расстоянии, но общение есть. И вообще-то я вам скажу, что здесь и туз пентакли, и старший аркан влюбленный, и старший аркан солнце показывает, что все будет очень хорошо. Это какой-то период, который буквально нужно переждать. Очень мне проходит, что, возможно, вы как ждете этого человека, чтобы он вернулся с какой-то поездки, или, возможно, где-то на работе, в командировке, какие-то проекты, где-то он в поездке, возможно, к родным поехал, и там какая-то суета, какие-то вопросы по здоровью могут быть, да, у родных, у кого-то. И как-то он сейчас чем-то занят, и, возможно, не так много времени вам уделяет, а вам хотелось бы больше, вам хотелось бы, знаете, какого-то общения больше. Прямо, вы знаете, здесь мне прямо проходит момент, хочу, чтобы ты пришел на меня посмотрел, хочу, чтобы ты мне позвонил. Вот здесь прямо такой момент, возможно, человек как-то вот, или связь не так хороша, как хотелось бы, или... В общем, да, вы сейчас как-то вот в разных мирах, разная очень ситуация в ваших жизнях. И у вас, возможно, разный настрой. То есть, возможно, этот человек сейчас столкнулся с какой-то острой ситуацией или очень много работы. А вам как-то хочется, ну вот посмотри на меня, приди и посмотри, приезжай, да, и посмотри на меня. Вам... Есть вот этот момент взаимных чувств, взаимных любви, и есть вот эта ситуация, ваше внутреннее самоощущение, когда этот мужчина на вас смотрит. Я вижу, что мужчина здесь любит женщину, любит, а вы как-то и его любите, да, здесь есть момент взаимности. И даже если между вами сейчас какой-то вот момент, знаете, недоразумение, потому что в парах всякое бывает, не бывает все гладко, не бывает все очень так, знаете, сладко. Разные бывают ситуации, но я вижу, что женщина хочет, чтобы он пришел и на нее посмотрел, а мужчина безумно желает прийти. Безумно желает прийти и безумно желает как-то вот быть рядом. Давайте посмотрим еще на сегодняшний день. Да, ну и здесь есть момент ожидания, есть момент, как время, да, какое-то ожидается. Человек немного связан обстоятельствами, даже очень может быть такими острым, да, что-то по работе. Но вот смотрите, здесь, конечно, показало, что человека сдерживает какие-то рабочие моменты. Возможно, это что-то вот связано непосредственно с материальным, с работой. Возможно, какая-то, вот знаете, все-таки 15-й аркан вышел. Это говорит о том, что человек в какой-то ситуации, где не совсем он может управлять, и, ну вот... Он не совсем свободен, да, вот здесь так показывает. Возможно, какая-то острая ситуация, очень непростая, сопряжена даже с риском.
Да, и вот это ощущение одиночества, вот как-то ему совсем плохо без вас совсем плохо. Вот смотрите, я вижу, что по работе там какой-то есть момент, как им управляют, да, то есть какая-то вот ситуация. Покажи, есть ли там опасность, какая, есть ли там опасность. Опасности не вижу, вижу рядом с ним очень хороших людей. То есть, да, сверху там может быть желание, знаете, как воспользоваться ресурсом человеческим, воспользоваться, чтобы как-то работали, чтобы побольше заработали, да. Но вижу, что в его окружении очень хорошие люди, да, рядом с ним работают друзья, сотрудники, и там есть на кого ему опереться, есть кому довериться. Есть кому довериться. Ну вот ваши, знаете, печали это никак не сглаживает. Я вижу, что прямо ждете, беспокоитесь об этом человеке. Как-то хочется вам наилучшего итога, но я вас спешу порадовать. Этот человек не просто придет, придет с каким-то, превышая ваши какие-то ожидания. Все-таки вышла императрица. Все у вас будет очень хорошо. Я возьму здесь совет для этого мужчины по поводу работы. Что там происходит? Ой, какая-то хитрость, девочки, есть касаемо работы. Какая-то есть хитрость. Какая-то есть даже, возможно, и опасность. Да, но он справляется. Я вижу, что какие-то острые моменты уже решены, а впереди еще что-то ждет. Но человек как-то готов, очень хорошо ориентируется, осторожен он. И есть в нем вот этот момент, он знает, кого опасаться, да, кому можно доверить. Но, честно, ему это все уже очень сильно надоело. Какая-то, знаете, борьба за власть, борьба за какое-то, возможно, повышение, борьба за какую-то должность. Но я вижу, что там, ну, не совсем так спокойно у него на работе. Сейчас могут быть какие-то перетрубации, перемены. Вижу рядом с ним очень даже приятное окружение, то есть какие-то друзья могут быть, да, хорошие такие люди. Ну и в то же время что-то пройдено, да, что-то еще предстоит впереди. Но какая-то вот мне проходит борьба за лучшие, да, возможно, какая-то даже конфликтная ситуация на работе может проходить. Что-то с начальством связано, прямо начальство, знаете, таких картах выходит плохих. Какие-то там не считаются с людьми, вот так вот проходит. Хорошо, давайте будем смотреть дальше ваши отношения, да, на сегодняшний день вы как воспринимаете этого человека, да, ну, на расстоянии, да, мечта о общем будущем, мечта о встрече, вот она здесь прямо проходит. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Что этот мужчина о вас думает сейчас, давайте посмотрим. Ой, а вы прям императрица, вот не зря и там вышел вот этот момент, что императрица знает, для чего работает, знает, чего хочет и к чему идет, да, вообще-то. Но я вижу, что здесь проходит ситуация ожидания на сегодняшний день, какая-то тревога есть в этом человеке. Возможно, уже что-то запланировал, вам не говорит, чтобы, ну вот вдруг не получится, чтобы вы не расстраивались. Но я вам скажу, что человек может приехать быстрее, чем запланировано. Быстрее, чем вы ожидаете. И, знаете, по императрице, то есть превысит ваши ожидания. Каких-то ждите приятностей от своего любимого человека. Это может быть связано с чем-то материальным. Возможно, какой-то классный подарок, какие-то финансы заработанные, да. Вот, возможно, на общее что-то будет потрачено. Но вижу, что человек прямо в ресурсе, да. С каким-то смыслом прямо идет к вам, с какой-то идеей идет в вашу жизнь. Итак, что он о вас думает сейчас? Хочется очень сильно ему перемены, хочется очень сильно быть рядом с вами. Я вам скажу честно, без вас просто земля уходит из-под ног. И как-то, знаете, ему не важно, что и что говорит. Вот у него есть такое вот прямо ощущение «вы и он». По сути, я вам скажу, что ваш приход в его жизнь – это была такая молния, которая все поставила на свои места. И да, возможно, для этого нужно время, чтобы что-то изменить, чтобы что-то исправить, чтобы что-то создать, да, но человек очень так в ресурсе. Вас он видит очень такой, знаете, хозяйкой положения, хочу приму, хочу отсеку. Женщина очень такая интеллектуальная, умная, мудрая, хороша собой очень.
и здесь проходит ситуация, ну, ждите какого-то подарочка, девочки, ждите подарочка, что-то вот прямо классное. И здесь проходит ситуация, что человек ценит вас за то, что вы прямо вот, знаете, для любимого, что вы в любви и в отношениях открывается безумно классно. И вот я вижу, что ну вот прямо спешит человек к вам, хочет с вами поговорить, хочет с вами рядом быть. Давайте посмотрим еще. Да, да, счастья хочется, а счастье с вами только возможно. Никого не надо, кроме вас, девочки. Вот смотрите, я вижу, что прямо сейчас определенно какая-то вот образовалась, ну да, мало информации, мало общения между вами. И как-то вот это его беспокоит. Но однозначно я вам скажу, что другой женщины не надо. Только вы одна в его мыслях, и мыслей очень много. Человек занят каким-то заработком, деньгами, да, вот заработать, добиться и как-то вот к вам прийти, да, и к вам прийти. Есть желание, знаете, вот какого-то спокойствия, какого-то... Вообще, я вам скажу, что вы очень так гармонизируете его жизнь. Я вижу, что ему без вас плохо. Как-то он и скучает, и как-то, ну вот, плохо ему без вас. И хочется вот ему, вот действительно, какого-то баланса в жизни, места под солнцем, какого-то улучшения своей жизни. И непосредственно вы должны быть рядом с ним. Я вижу, что здесь вот такой момент. Потому что любимая, потому что любящая. Потому что так, как вы, не любит никто. И вы прямо, я вижу, что он как увидел вас, знаете, вот женщины, которые открываются только для любимого мужчины. Я вам скажу однозначно, что этот мужчина немножечко вас ревнует, но с другой стороны понимает, что вот вы сложная женщина, чтобы вас так легко можно было добиться, запудрить вам мозги, навеять какую-то иллюзию. Вашу любовь нужно заслужить, да, вашу любовь нужно буквально взрастить, как розы, да, как дерево нужно взращивать, потому что... Ну, вы так просто к себе не подпускаете. Прекрасная, очень красивая женщина, но шипы очень острые, да, и вы такая прямо заноза, вы такая женщина, которую просто забыть невозможно, и когда вы далеко, сердце буквально болит. И я вижу, конечно, что здесь человек очень хочет проявляться, очень хочет быть с вами. Если вы сейчас в паузе, давайте посмотрим, возможно, у кого-то есть какие-то разногласия, какие-то недомолвки. Я вижу, что как-то мужчина многого недосказывает. Если какие-то недосказанности есть, что здесь? Ой, девочки, будет примирение. Будет примирение, я вижу, что у мужчины действительно есть чувства, и вы его прекрасная ноша. И никому он вас не собирается отдавать. Он сам очень даже справится со своим счастьем в жизни. Но здесь я вижу, конечно, что будет примирение. Если даже вы сейчас в неких размолвках, то примирение будет. Лишь бы вы этого хотели. Конечно, я вижу, что вы очень так держите руку на пульсе. И этому мужчине очень нравится, что, возможно, где-то вы проявляете немножечко ревность, немножечко вы так контролируете ситуацию. Да, вот ему бы даже и хотелось, чтобы вы немножечко вот его ревновали. Да, вот здесь вот такая остринка, она вот между людьми есть. Ну, давайте посмотрим еще. Что ты думаешь о ней сейчас? Вот вы знаете, есть тот момент, что вы как видите, он не может вас обманывать, он не может вам лгать. У него такое ощущение, что вы вот прямо знаете правду, и хочется быть с вами честным и как-то вот по справедливости. Мужчина видит вас, свою пару, свою женщину, у вас очень большая перспектива на будущее. И хоть сейчас я вижу какой-то момент ожидания, но это закончится, это пройдет, эта дверь будет закрыта. Перед вами откроется новый этап, новый формат вообще ваших отношений. У вас все будет очень хорошо. Здесь второй вариант, люди создают реальные отношения. Реальные в прямом своем смысле. Потому что очень тяжело соответствовать чему-то надуманному, какому-то идеализированному образу. Здесь мужчина вас воспринимает такой, какая вы есть. И очень вы ему нравитесь, и очень вы ему нравитесь и своими капризами, какими-то своими, да, действительно какими-то толковыми вещами. То есть вас хватает всего, и страсти, и любви, и какой-то серьезности, и мудрости. И вообще этот человек видит вас прекрасной женщиной для любви, для будущего, для счастья. Здесь реалистичная очень картина. Я вижу, что всяко бывает, не всегда гладко, но
здесь как человек держится за вас, и он вас не отпустит. Я вижу, что все-таки здесь прямо единственная вы, с которой возможно счастье. Вот и все, вот и все. И да, на сегодняшний день может быть какой-то вот непростой период сейчас, потому что вижу, что у мужчины там какая-то вот суета, какая-то острота вот в плане работы, она существует, но это все будет пройдено. Я вижу, что он имеет какую-то подмогу, имеет какой-то хороший совет со стороны и крепких людей, да, доверенных, и те какие-то подлости и наглости, да, которые вот как-то какие-то мечи подбрасывают ему, да, но я вижу, что он со всем справится. И, знаете, счастье будет, счастье придет, оно как-то по справедливости все-таки идет в вашу жизнь, потому что есть здесь взаимные чувства, и счастье, оно, знаете, все равно ходит рядом с любовью. Вот так вот. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. На сегодняшний день, как этот мужчина воспринимает ситуацию между вами. Ой, да, расстояние. Прямо вот и расстояние выходит, и шестерочка мечей. То есть некий момент, знаете, сейчас в отдалении от вас. И старший аркан мир. И четверка пентаклей. Это просто, знаете, скучаю, не отдам никому. И просто я, чтобы только оказался рядом с тобой, я просто тебя не отпущу и не отдам никому. И вообще, здесь прямо жадность. Жадность в хорошем смысле этого слова, жадность по отношению к вам. И я вижу, конечно, что этот мужчина готов весь мир преклонить к вашим ногам. Сейчас расстояние, да, и есть такой момент такого вот трепетного ожидания вашей встречи. Но мужчина сейчас много о вас думает, много вспоминает. Как-то я вижу, что какая бы ни была суета, вот как-то о вас он думает очень-очень много. И хочется ему какой-то вот значимой перемены, все-таки быть с вами, все-таки, чтобы вы прямо были его женщиной. И есть вот этот момент, знаете, как-то хочется закрыть просто дверь и остаться с вами наедине, и чтобы время было не безграничным, да. Чтобы не надо было смотреть на часы, чтобы не надо было куда-то спешить, а чтобы впереди, знаете, вся жизнь, и вы рядом. Давайте посмотрим еще на ближайшее время шаги от этого мужчины. Вот ему хочется взять сейчас ситуацию под контроль. Вообще-то в том плане, что вот вы его женщина, вот это да. То есть она должна быть моей. И вот, но здесь больше идет ситуация, что нужно... Идет момент, что нужно взять ситуацию под контроль. Потому что, ну, я вижу что-то там на работе, знаете, вот как-то там нужно решить эти вопросы. Как-то, знаете, успеть все хочет все успеть. Ну, какая-то романтика, сюрприз какой-то, какая-то романтика, ждите. Конечно, по императору я вам скажу, что у человека все получится, все выйдет. Но вижу, что вот у него сейчас вот есть такой момент, поскорее закончить свои дела и к вам, да, и к вам побыстрее, к вам. И я вижу, что у него прямо все получится, порешает свои дела и вот к вам спешит. Я даже вам скажу, что как-то его окружение очень даже знает, к кому он спешит, что он спешит именно к вам, что он любит именно вас, что да, что у него есть там, возможно, вы смотрите на своего супруга, на любимого мужчину, с которым у вас уже очень серьезные отношения, или же вот у вас какое-то вот, да, интенсивное начало. Вот здесь прямо идет момент, что человек открывается, он говорит, что в жизни его есть такая женщина, что в жизни его есть вы, и что у него планы на вас, и что он спешит к вам, и что ему нужно все быстренько, знаете, позакрывать какие-то свои дела, потому что он спешит к вам. Но здесь я вижу, что вот ждите какой-то романтики, каких-то приятных очень неожиданностей в вашу сторону. Каких отношений он хочет? Здесь даже, возможно, какой-то отдых, да, куда-то поедете, все-таки лето на носу. Каких отношений он хочет с вами? Ой, девочки, соскучился сильно, сильно соскучился, хочет прямо вашей любви, страсти, ласки, хочет с вами гореть одним огнем. И знаете, что вы для него прекраснейшая из женщин. Итак, давайте посмотрим дальше. Эмоции этого мужчины по отношению к вам. Вот хочется с вами, знаете, и какого-то романтического ужина, и вот непосредственно побыть один на один.
Прямо вот этого, да, вот мне проходил момент, как времени с тобой хочу. Хочу неограниченного времени с тобой. И вы знаете, вот его эмоции, вы прекрасны. Он как-то прямо горд вами, как женщиной. То есть ваш внешний вид, и он горд, потому что рядом с ним красивая женщина. И он счастлив, как мужчина, потому что он прямо реализуется, как мужчина рядом с вами. Да? То есть он себя чувствует мужчиной. У вас очень классные женские энергии. Вы ему безумно нравитесь. И здесь его эмоции. Я чувствую, что это все правильно, что это мое, и эта женщина делает меня счастливым. Я с ней счастлив. И, конечно, когда человек наполнен такими эмоциями, он будет очень стараться, чтобы вы счастливы были рядом с ним. Ну что, мое сердце в ее руках. И где-то я, возможно, этого не говорю. И где-то я, упершись где-то в свой характер, где-то молчалив, возможно. Но вы действительно украли его сердце. Чем ближе он к вам приближается, чем громче оно стучит. И здесь есть ситуация, вы владычица его сердца, вы хозяйка его сердца, этот мужчина любит. И эта любовь, она и страстная, она и нежная, она и заботливая. И все это вы еще узнаете, это все еще впереди, некое раскрытие, некая реализация ваших отношений. У вас еще очень много времени вместе. И все это будет реализовано, и вы знаете, что ну вот тяжело ему без вас. Вот тоска немножечко, знаете, вот как сердце у нее в руках, а она далеко. И человек очень сильно тоскует сейчас. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Хочется какой-то и перемены. Знаете, что здесь я вам скажу? Что человек, конечно, понимает, что его чувства, они уже где-то перевесили. И эгоизм, и какие-то черты характера, какую-то упертость. То есть его чувства, они достаточно глубоки уже сейчас. И идет некий момент трансформации, перемены. Но да, вы прекрасны, и сердце его в ваших руках. Эмоции этого человека. Вот, ну, я вижу, что он как скрывает, да. Но вы беспокоите. Вы беспокоите, вы обескураживаете. Вы кружите голову. Вы знаете, старший аркан суд все-таки показывает, этот мужчина считает вас судьбоносной женщиной в своей жизни. Прекрасной судьбоносной женщины. Знаете, таким подарком от судьбы. Хоть иногда этот подарок очень такой капризный, да, и умеет делать нервы, но это мой подарок, мой прекрасный подарок от судьбы. Вообще, да, вы судьбоносная женщина. И где-то этот человек уступает. Вот мне прямо здесь проходит, что вот некая эгоистичная история, да, она отходит в сторону. Этот человек очень даже готов идти на компромисс. Идти навстречу вам, исполнять где-то ваши желания, так или иначе. Я вижу, что вы какие-то струны уже нашли, да, к его сердцу. И я вижу, что этот человек очень хочет счастья с вами. Давайте посмотрим дальше. Какие мысли не дают ему покоя? Какие вот действительно мысли не дают покоя? Ой, девочки, вы прям такая пара. Я вижу, что у него характер, но и вы тоже, знаете, не сахарочек. Вы тоже... С характером такая девушка, и он понимает, что вот, знаете, столько женщин вокруг, а вот мне нужна только эта. И да, действительно, она для меня таинственна, непредсказуема, желанна, безумна. И она моя пара. Вот здесь прямо вышел первый, второй старший аркан. То есть, да, он понимает, что он не сахар, что у него сложный характер, и где-то ему далеко не каждая женщина подойдет. Но вы именно то, что ему нужно. И когда он не собирается вас упускать, а наоборот, да, я как бы нашел свою женщину, свою неудобную женщину, которая все делает по-своему. Женщина, капризы которой я хочу исполнять. Все эти, которые я уже действительно попал. И она для меня лучше всех. И вы знаете, что со старшим арканом ведающая, да, жрица идет, старший аркан императрица. И вы действительно в шаге. В шаге, чтобы стать вот той женщиной для будущего. Возможно, вы уже его, тогда я... Вы уже его императрица, да, тогда я вам скажу, что вот вы не умеете поддерживать вот этот огонь страсти, огонь...
желание вот между вами, потому что вот здесь, знаете, такой вот момент, что вот она моя желанная женщина. Она моя вот единственная желанная женщина. И где-то вот эта ее непредсказуемость меня прямо будоражит, меня очень-очень не нравится. Вот так вот. Ну, я вижу, что да, этот человек прямо видит в вас свою спутницу, свою женщину, человека, с которым всегда интересно, с которым всегда классно. Женщина, которая, с которой не соскучишься, возможно, да? Но, тем не менее, это и украшает ваши отношения. Вот такой вот у нас второй расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пусть лучшим образом, лучшими событиями этот расклад реализуется в вашей жизни. А мы будем продолжать. Итак, третий расклад, третий вариант. Если вы слышите, что информация о вас резонирует, вам интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Ой, все сложно. Все сложно. Это нужно подбирать меру. Что между вами сейчас? Как-то все сложно. Почему все сложно? Почему все сложно? Нужно как-то подбирать меру. Что между вами сейчас? Давайте посмотрим. Сейчас между вами. Ну, мужчина о вас думает. Здесь, конечно, проходит момент, что как-то на сегодняшний день, возможно, сложные отношения. Сложный какой-то период у вас. Сложный период. Здесь проходит ситуация, мужчина, во-первых, что-то недосказывает, думает о вас очень много, вот действительно, как не может вообще ни о чем не может думать, он строит какие-то планы на вас. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж. Ну, здесь нужен серьезный разговор. И сразу вышла ситуация, что сейчас все сложно в отношениях. Нужно подбирать меру. Но человек как-то легкомысленно все воспринимает. И да, он о вас думает очень даже много, но дальше пошли одни мечевые карты. Да, на сегодняшний день, ну, ситуация не ахти какая, честно говоря. Не ахти какая. Здесь, конечно, проходит, что вы особо от этого человека уже ничего и не ждете. И как-то, что он там будет вам говорить, вы особо уже ничего и не ждете от него. Но здесь как нужно подбирать меру, знаете, как вовремя нужно было все делать. Вот так вот идет. Все сейчас сложно, почему? Потому что все нужно было делать вовремя, а этот человек все, знаете, какие-то игры играл. Как-то легкомысленно, возможно, отнесся к вашим отношениям и вас недооценил. Считал, что вот как-то все схвачено и все легко, не хотел прикладывать усилий. Зато сейчас, знаете, вот как-то вот, ну, мается, переживает, я бы даже сказала. Здесь, конечно, третий вариант, очень проходит ситуация, но все-таки... Хочется ему и разоружить ситуацию, как-то вас пробудить, с вами как-то выйти на связь, нарушить ваше молчание какое-то. Но я вижу, что как-то вам особо уже и не до его разговоров. Вы как-то свое мнение уже сложили об этом человеке, возможно, оно не так хорошее, не такое, как ему бы этого хотелось. Хорошо, давайте посмотрим, как мужчина воспринимает... Как мужчина видит ситуацию? Ну, смотрите, здесь человек хочет обновления. Как начать все сначала с вами, возможно. Да, вот думает о вас очень много. Очень много что-то взвешивает, что-то, знаете. Какая-то буря прямо между вами поднялась. Ну, давайте посмотрим, а вы как воспринимаете это все? Ну что ж, я вижу, что здесь очень даже у вас все хорошо. У вас все хорошо, просто получилась ситуация определенной развилки. Вижу, что у вас действительно с этим человеком были отношения, но вот как-то какой-то момент чего-то не хватило. Да, вот не хватило, возможно, определенной серьезности, где-то ситуация отношений застыла в каком-то этапе, в каком-то периоде. Человек не хотел действовать, не хотел проявлять как-то вот свои... развивать, да, возможно, ваши отношения. Здесь был момент манипуляции. Или так, как вот я себе это вижу, или никак.
И я вижу, что вам в какой-то момент надоело. Надоело вот как-то вот в этих качелях, знаете, с этим человеком, потому что здесь прямо проходят качели. Вам как-то вот надоело. Но я вижу, что у вас и какая-то вот иная дорога появилась. То есть вышел момент развилки. Возможно, у вас появился новый интерес, новый мужчина, рядом с которым вы себя прямо непосредственно чувствуете прекрасной, классной, красивой. Ну вот с этим человеком я вижу, что отношения были, и вошли они в какие-то качели. Возможно, эти качели вас в конце концов, знаете, ну совсем вам уже, как бы не знаю, чего ждать вообще от этого человека, и ждать ли вообще. А здесь, знаете, какой-то новый интерес, какой-то вот интересный мужчина такой, бойкий такой, знаете, заинтересованный, и вы себя прям так почувствовали рядом с ним, желанной, красивой. Здесь может проходить, что вы уже в новых отношениях, возможно, вы хотите новых отношений. Я вижу, что вот есть мужчина уже в вашем окружении заинтересованный, и действия от него будут. Возможно, уже есть, да, то есть вы вошли в новые отношения. Или как-то, знаете, задумывается, по крайней мере, над этим. Потому что вот здесь прямо вижу, что в качели вошли отношения, и какие-то легкомысленные манипуляции этого человека как бы вовремя не сделал то, что нужно было сделать. Где-то он засиделся в своих манипуляциях. И в конце концов я вижу, что вы очень вероятно остыли даже к этому человеку. То есть, возможно, вам какой-то период было даже очень больно, да, и где-то даже не ожидали вы вот такого, знаете, змеиного проявления этого мужчины. Ну а сейчас, знаете, вот по пажу мечей, ну что сейчас говорить уже? Что сейчас говорить? Я вижу, что человек как-то все-таки думает о том, чтобы вот как-то с вами восстановить определенный баланс. Ну а я опять, знаете, это тоже такие размышления у него. Как бы он это все прокрутил, да еще и при своем остался. Но хочет он с вами как бы все сначала начать. Почему? Да нет смысла искать чего-то другого. Нет смысла, потому что знает, что вы та женщина, которая умеет любить, которая классная там вообще во всех смыслах, и сексуальная, и привлекательная, и всем вы хороши, всем вы классная. Но здесь я вижу, что человек как-то, знаете, не то, что даже упустил свои шансы, он просто как бы вовремя не сделал то, что нужно было сделать. Где-то он, возможно, вогнал ваши отношения в какую-то паузу, и эта пауза уж слишком затянулась. Какие-то манипуляции, вы сильно затянулись. Как-то вот я вижу, были отношения, которые вошли в качели, да. Вот один день хорошо, три дня хоть вообще. Выброси, выкинь. А потом вроде бы хороший этап, а вы уже в ожидании. Вот когда это все закончится и начнется, да, вот это переворачивать миром, начнет что-то вот дергать за ниточки, да, и действовать на нервы. Ну, здесь очень сложный характер у человека. И вообще я вам скажу, что у него... Он как-то подходит к какой-то определенной грани, да, и дальше не может ничего дать. То есть, да, показать любовь, как он может ухаживать, как он может любить. Все очень классно, но в какой-то момент у него как истощается вот этот его ресурс, и все, он дальше он не движется. И очень может быть, что вы как-то вот оказались в какой-то момент, да, в отношениях, которые, ну вообще не, ну никакие уже стали. Уже стали просто никакие. Ой, ну хорошо, давайте посмотрим. Вот этот мужчина, да, осознает ли он свои какие-то ошибки, свои какие-то промахи? Осознает ли он? Осознает. Девочки, ну здесь он придет на разговор к вам. На разговор по поводу, да, что тебе не нравится. Давай об этом поговорим. Здесь он хочет восстановить ваши отношения. А почему ты вот решил сейчас вот эту трансформацию устроить? Почему ты решил сейчас? Ну, по справедливости. Ну, вы знаете, как-то острая ситуация стала, болезненно очень, как-то ему больно стало, плохо без вас стало. Я вижу, что он принял решение здесь как-то вот восстанавливать ваши отношения. Есть ли шансы у него? Ну, старший аркан суд. Я вижу, что у вас все-таки чувства к этому человеку есть, и есть какая-то надежда, да, что вот, а вдруг человек изменился. Я вижу, что вы от него очень долго ждали каких-то шагов, какой-то перемены, очень долго ждали какого-то вот решения. И вот сейчас вот он считает, что пришло время. А по вашему мнению, вот время, наверное, ушло уже, да, где-то он уже и опоздал.
Ну, на ближайшее время я хочу. Да, он придет в ближайшее время, девочки, придет в ближайшее время. Это буквально, ну, я не знаю, совсем мало времени. Он как-то выйдет на связь, будет или звонок, попытка как-то с вами где-то встретиться, поговорить. Но что самое интересное, что я вам скажу, встреча произойдет, и, возможно, вы будете ждать нужных слов и нужных каких-то шагов. Но человек, знаете, я не вижу, чтобы вы нужного услышали. Услышите ли вы нужное? Ну, вы знаете, по королеве мечей вы как-то вот на грани, да, отсечь или принять этого человека. То есть здесь будет какое-то приглашение куда-то поговорить с вами. Но я вижу, что разговор может быть очень резким, очень-очень резким. А если вы уже даже и не ждете, что он как-то появится, появится ли он? Появится, да, появится, да, он появится, даже если вы считаете, что там уже все, там уже нечего возвращать. Туз монет показывает, что все равно придет. Ну, возможно, он не получит при этой встрече то, чего он хочет, но я вижу, что все-таки на связь выйти прямо желание очень даже такое острое. Здесь, знаете, такая вот ситуация, чем больше вы отдаляетесь от этого человека, тем больше он желает вашей энергии, вашей любви, и тем больше он притягивается. Ни в коем случае не выходите первые на связь, и здесь человек, знаете, как разбирается сам с собой. Он сейчас действительно, вы знаете, здесь очень может пройти ситуация, что вы хотите получить что-то, да, от этой вот паузы. Вы хотите, чтобы человек как-то что-то осознал, что-то понял. Вы хотите, вот здесь какой-то воспитательный момент проходит. И здесь может быть перемена, очень даже может быть. И здесь действительно, ну, вы, конечно, будете решать, нужно ли оно вам. Но здесь мне проходит, что, знаете, как бы на разговор, и вы чего-то ждете от этого разговора, но он какой-то пустой мне проходит, этот разговор. Давайте посмотрим, что он сейчас думает о вас. Что он о вас сейчас думает? Ой, боже ж ты мой, соблазнительная, шикарная, выбор у вас есть. У него прямо такое ощущение, возможно, действительно знает, что у вас есть другой мужчина. И что он там уже, знаете, ну как-то вообще не котируется. То есть у него прям конкретно соперник. Ни шагу назад. Вы, конечно, шикарная женщина, но сейчас у него ощущение, что вы отгородились определенной стеной от него. И шансы его буквально тают. Все вы знаете, все вы видите. Какие-то, знаете, как есть какие-то, знаете, как своими глазами что-то увидели и свое какое-то мнение о нем сложили. На сегодняшний день я вам скажу, знаете что, что этот мужчина, у вас есть какие-то общие, возможно, знакомые с этим человеком. Если они есть, он как-то переживает период каких-то нападок. То есть ему говорят, что ты вообще, ты промах, да, ты промах, ты ее упустил, ты как-то промахнулся, потому что здесь, знаете, как правде в глаза человек смотрит. Смотрит правде в глаза, что вы шикарная женщина, что вы соблазнительная, эффектная. И если он рассчитывал, что вы там будете рыдать, плакать и как-то ждать его бесконечно, да, вот сейчас у него такое пришло осознание и правда, знаете, правде в глаза, страху в глаза он своему посмотрел и признал тот момент, что нет, что это он еще будет плакать, и он еще будет рыдать, и он еще будет вас умолять, чтобы вы к нему вернулись. Потому что, ну вот совсем не сложилось так, как он хотел, совсем. И здесь явно идет момент, что да, вы желанная женщина для него. То есть он считает вас, что вы красивая, что вы классная, что вы сексуальная. И здесь, конечно, завидная женщина, и другие мужчины тоже на вас обращают внимание. И, возможно, он где-то был немножечко в шоке, потому что вот такая, знаете, легкомысленность. Почему? Потому что человек был уверен в ваших чувствах, что вы привязаны, что вы прикованы к нему, и что вы никуда не денетесь. А вы в один момент выстроили стену, знаете, и начали жить свою жизнь. Свою жизнь. Ну, давайте посмотрим еще. Что думает о вас этот мужчина сейчас? Что он о вас думает сейчас? Вот прямо вспоминает, смотрите, по шестерочке кубков. Действительно вспоминает то, что было. И как-то по вечерам вот эти мысли, ему так хочется их отогнать, и они все равно идут к нему.
какое-то, вот, знаете, предсонное состояние, и даже, возможно, как-то вы даже ему и снитесь этому человеку. Что он думает о вас, что он вас любит. Что он вас любит, но он уже в какой-то такой ситуации, знаете, как бы не быть третьим лишним, да, потому что, как бы, возможно, рядом с вами уже есть вот этот ваш мужчина по десятке динариев, а он вот придет, знаете, ни к чему уже, то есть как упустил, да. Вообще-то, что он о вас думает? У вас очень красивые формы, вы очень красивая женщина. Такая прямо, знаете, как произведение искусства. И он вами любовался и любуется, и считает вас очень классной. Он натворил дел, он нарубил дров, он не то что допустил ошибку, он играл в своей жизни, знаете, и думал, что вот все будет приходить к нему все время. А вот сейчас я вижу, что вот он как-то обмельчал, мужчина, знаете, как-то вот не хватает вас. Здесь человек как хочет вас вернуть и хочет что-то еще вернуть в свою жизнь. Что-то где-то, знаете, у него не ладится. С тех пор, как вы как-то с ним в тишине, да, определенной, что-то у него и не ладится по жизни. Он считает сейчас, что он где-то, знаете, придет, а уже ненужный, уже лишний. Как и здесь лишний, да, то есть мужчина, так и здесь лишним получается. Что думает о вас сейчас? Ой, полон страхов. Думает, что ему делать, как ему поступить, как ему путь к вам найти. Честно, очень он по вам тоскует. Сильно тоскует, сильно он как-то по вам соскучился. И вот сейчас размышляет, что бы он делал. Боже, девочки, я вам скажу, что мужчина прям в печали. Вот действительно, по вечерам и темное время суток и как-то думает о вас, и страхов полно. А страхи в чем твои, что не сможешь вернуть, да? Что колесо фортуны крутануло не в ту сторону, что как-то он, знаете, крутанул колесо фортуны, да, повернулось все не так, как он хотел. Вышло из-под контроля. И сейчас прямо он на дне. Он на дне, и все очень так невесело. Что думаешь о ней сейчас? Что думаешь о ней сейчас? Ну вот действительно думает, девочки, по справедливости думает. Понимает, что вы где-то вправе, что вы были правы. Что вы были правы. Я бы даже здесь сказала, что мужчина с кем-то о вас говорит. Потому что мне проходит момент, как ему говорят, что ты не прав. Ты допустил ошибку, ты ее упустил, ты не прав. То есть где-то была между вами действительно спорная ситуация. Этот мужчина, он просто уперся, да, уперся, вот будет так, как я хочу, или не будет вообще никак. Ну и вы как-то вот это все не стали, знаете, раскачивать дальше, а просто, знаете, развернулись, посчитали, что ваша жизнь ценнее. Но я здесь вижу, конечно, что он как какой-то урок, знаете, усвоил. Усвоил какой-то урок. Почему ты думаешь только о ней? Почему? А, девочки, а я вам скажу, что здесь, да, человек ждет какой-то встречи с одной стороны, а с другой стороны, какое-то определенное время, как посмотрел на ситуацию с другой стороны, когда он себе так не понравился, подбросил слишком много мечей, не справился с ситуацией. Ну что ж, девочки, я бы здесь даже сказала, что у человека есть какое-то ощущение вины перед вами. То есть где-то он действительно обидел вас, вероятно, и где-то сейчас понимает, что вы достойны лучшего поведения и лучшего отношения. Но я вам скажу, что человек очень так, знаете, он боится вот этого признания. Он его опасается, и он как-то старается его обойти. Но я вижу, что думает очень много о вас. И как-то вот не дают ему эти мысли покоя. Понимая, с одной стороны, что он, возможно, уже вам и не нужен. Да? Что там есть какой-то интересный мужчина рядом с вами, с которым вы счастливы. И это еще больше усугубляет ситуацию. То есть сказать, что он вас отпустил, это не отпустит он вас никогда. Сказать, что готов выйти на связь и проявляться достойно, вот я тоже этого пока не вижу. Ну давайте посмотрим. Выйдешь ли ты на связь? Давайте вот так спросим. Выйдешь. Ой, девочки, смотрите, восьмерка жезлов показывает, что выйдет. Выйдет в желании все между вами изменить, потому что так, как сейчас, уже не может быть. И ему плохо, его мучает. Старший аркан суд показывает, что очень он даже понимает, где он не прав. И очень он даже понимает, что вы ему нужны.
и как-то выйдет он все-таки на связь с вами, чтобы вот изменить что-то между вами. Здесь как укусил сам себя за хвост, то есть сам пострадал от своих же действий. Сам себе больно сделал, понимаете? В желании как-то, возможно, сознательно или несознательно, но обидел вас, а сейчас как-то сам обижается, да, на саму судьбу. Ну, давайте посмотрим на сегодняшний день, как он воспринимает ситуацию между вами. По справедливости, девочки, смотрите, вот действительно любовь была, и как-то и вы были в его объятиях, но восьмерка мечей показывает все-таки, что сейчас как нет доступа в любви. Сам себя ограничил в любви, сам у себя отнял любовь. Здесь, конечно, пошел он за какими-то своими пороками, за какими-то своими хотелками, за каким-то своим эгоизмом. Он просто подался на какой-то соблазн, возможно. То есть он пошел по легкой дороге, не желая, возможно, брать ответственность на себя, опасаясь, знаете, каких-то сложностей в своей жизни, желая как-то вот по-легкому порхать, как эта бабочка, знаете, и горя не знать. Но он не бабочка, он, знаете, такая моль лохматая, и не дотягивает он до бабочки, не дотягивает. Все как-то в тени, все как-то в пыли, все как-то вот непонятно. И здесь проходит момент, что он признает, что он сам у себя отнял любовь, что он сам себя ограничил в любви. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим на ближайшее время шаги от этого мужчины, шаги от него, шаги, пятерка жезлов, здесь конфликтная ситуация какая-то выходит, двойка пентаклей, знаете, маг. Ну, сказать, что прям все очень классно, знаете, он придет и как-то все наладится, вот я пока не вижу. По магу действительно действия будут по отношению к вам, по двоечке пентаклей. Здесь вот такая даже ситуация, он как бы думает о вас, а вы как бы думаете уже о ком-то другом, возможно. И как-то ждете у окна другого человека, и как-то заслужить ваше прощение очень-очень тяжело. Вы как-то смотрите уже в мир, там, где его нет. Очень может быть, что вы как-то для себя рассматриваете другие сценарии, скажем так, своей жизни, а не только в такой, знаете, печали и в ожидании, когда он там что-то придумает. Но вы знаете, вот эта пятерочка жезлов показывает все-таки какую-то конфликтную ситуацию, какой-то момент, возможно, конкуренции за ваше сердце. Вот мне здесь проходит, что мужчина как-то в догадках, возможно, или сам себе придумал, или, возможно, так действительно есть, что у вас уже кто-то есть. У вас кто-то есть, вы не одна. И здесь есть моменты ревности какой-то и такого негодования, что вот как так? Я вот здесь еще страдаю, я вот мне здесь сейчас так плохо, а ты вот как-то вот ситуацию отпустила и вот готова в новые отношения идти. Вот его где-то это задевает. Вот он хотел бы, чтобы вы прям были его и только его, и ждали его без конца и края всю жизнь. Но я вам скажу, что немножечко есть вот этот момент, знаете, сказать, что это угрызение совести, чувство вины. И ему как-то и на глаза вам попасться как-то вот сейчас, знаете, так беспокойно. Но с другой стороны, понимает, что пока он с вами как-то вот не разберется, пока вы вот эти точки не поставите, вот покоя какого-то нет. Он все-таки имеет надежду, что вы как-то с ним начнете сначала отношения. Давайте посмотрим еще. Итак, каких отношений ты хочешь сейчас? Вот твое истинное, искреннее желание. Давайте посмотрим. Восьмерочка жезлов. Девочки, здесь действительно я вижу, что выйдет. Выйдет он на связь, выйдет он на какой-то разговор. И вы знаете, здесь, конечно... Ну, здесь, знаете, как вам не начинать разговор какой-то вот про отношения. Вот интересно послушать, что он будет говорить. А я вам скажу, будет кружить вокруг да около. Вокруг да около, но вот именно истину, да? Вот почему так произошло, что нам делать дальше, как нам быть дальше. Вот эта какая-то суть, она будет не задета. Он как-то все-таки будет вилять, петлять, чтобы вот не задеть вот эту какую-то, знаете, болящий вот вопрос на сегодняшний день. То есть какой-то разговор, знаете, возможно, ни о чем. Но он вот хочет прямо с вами поговорить. Где-то он даже будет,
с каким-то, да, конфликтным посылом, мол, все так живут, а тебе что-то не нравится, а тебе подавай неизвестно что, а вот ты вот завесила вот это, да, свой свет, попробуй дочинись к тебе, что ты, как будто бы, знаете, у вас очень высокие требования, что-то вот какой-то такой разговор, знаете, бессмысленный, возможно, на первый взгляд, но человек как бы хочет вам донести, что мне плохо без тебя, что мне плохо, что снизойди ко мне, потому что мне тяжело дотянуться к тебе. Чего хочешь? Но встречи хочет. Вот сейчас, вы знаете, далеко человек не заглядывает, но хочет с вами встречи, хочет с вами поговорить и как-то, знаете, обойти все острые углы, но и в то же время, знаете, ну вот я бы сказала здесь, что вот разговор может произойти таким образом, что как-то вы еще и виноваты в конце окажетесь. То есть он так будет выставлять ситуацию, что вот ты еще и виновата, потому что к тебе попробуй дотянись, а еще. А вообще-то я вам скажу, что человек, конечно, понимает вот этот момент, что он не дотягивает к вам, что вы действительно достойны лучшего, достойны человека, который будет любить и все для вас. Все для вас, как для прекрасной женщины, потому что вы действительно женщина, которая дарит счастье. Этот человек просто как недооценил вас, не оценил того, что вы привносили в его жизнь. А сейчас, знаете, как бы отдалившись, начинает вот как-то ковыряться в себе и разбираться в ситуации. И здесь я, конечно, вижу, что он как-то вот это так воспринимает, что вам нужны какие-то высоты, что вы какие-то, вот у вас принципы очень высокие, что вы хотите там чего-то. А он, вот знаете, все-таки не может дотянуть, все-таки не может он вам это золотое яблочко достать. А вы достойны этого яблочка, очень даже. И если не он, так другой, да, вас приподнимет, чтобы вы сами это яблочко достали. То есть вы с яблочком будете, вы с счастьем точно будете. А вот он, знаете, все-таки у разбитого корыта сейчас. Давайте посмотрим еще его эмоции. Ой, удержать вас хочет. Тяжело ему без вас. Вы знаете, такая страсть по отношению к вам и такое негодование, что как же так? Как же так получилось? Ведь была моя, ведь хотела быть со мной. И что вот сейчас? Вот в чем я сейчас? Как я сейчас? Ой, девочки, сильное очень притяжение к вам, конечно. Я вижу, что хочет он. Здесь, знаете, с одной стороны хочет поговорить, с другой стороны толком не знает, что сказать, что вам можно сказать. И есть у него то ощущение, что вы как-то одним словом можете его присадить, потому что действительно не прав. Потому что действительно не приложил нужных усилий, чтобы вы были с ним. Ну, что я вам скажу? Конечно, старший аркан мир показывает, что вы прекрасно обходитесь без него, а он без вас. А вы такая одна во всем мире. А он без вас никак. Давайте посмотрим еще эмоции этого человека. Злится он сейчас. Злится от того, что тянет к вам, от того, что не может вас забыть. От того, что признает, знаете, что нужно идти к вам, просить прощения. А у него прямо, понимаете, хребет переломится. А у него, ну вот, это ж нужно быть мужчиной, понимаете, чтобы признать свои ошибки и чтобы перед любимой женщиной где-то извиниться. Это ж нужно быть человеком сильным, мощным, где-то не застрявшим в своих каких-то комплексах. А здесь человек очень даже и подвяз, знаете, как в болоте, в придуманной какой-то своей истории, в своем эгоизме, в своих каких-то комплексах. И вот он считает, что ему переломится спина. Тяжело ему прийти к вам, знаете, но я вижу, что все-таки очень большая вероятность, что придет, потому что хочет перемены, потому что лучше вас нет, и страсть к вам, и влечение, и желание быть с вами. Но вы знаете, как-то интересен здесь другой вопрос. А что же, вот он от вас очень много чего хочет. А что он в вашу жизнь может привнести? А что он вам может дать? Или опять со своими качелями, да, вот я такой классный, вот люби меня и радуйся, что я вот снизошел к тебе. Какие мысли не дают покоя? Какие мысли не дают покоя? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, вот эта ситуация, вроде бы и женщина прекрасная, да, и все у вас так классно, по его мнению, развивалось, и в один момент оборвалось.
один момент оборвалось. И он сейчас, знаете, есть притяжение к вам, но и с другой стороны человек слаб в своем энергетическом состоянии. Слаб он. И я вам скажу, что у вас очень такое зрелое и сформированное, ну, вот, отношение к этому человеку. И не зря у вас вот эта неразбериха, вот этот какой-то разрыв произошел. Потому что действительно достойный лучшего мужчины. Здесь этот придет на разговор, да, и вот смотрите, как я хочу перемены, да, я хочу каких-то событий, хочу быть рядом с ней, хочу, чтобы она была моей, и здесь вот этот 15-й аркан, но я так и хочу манипулировать, хочу все выкрутить, хочу все вот так, чтобы получилось, чтобы я герой, а вот она вот сама ко мне пришла, понимаете? Вот она сама ко мне пришла. Ну, вообще-то я вам скажу, что у него очень такое притяжение сильное по отношению к вам. Ну, давайте посмотрим еще, какие мысли не дают тебе покоя. Какие мысли? Ну, прийти к вам, да, потому что скучает, потому что тоскует по вам. И вы знаете, что в его поле может быть много женщин, а хочет он именно к вам прийти. Ну, потому что у него разбитое сердце, потому что, знаете, какой-то был посыл, что никуда вы не денетесь, а вы взяли как-то и ушли в свое счастливое будущее. И вот сейчас он хочет прийти к вам, потому что ему больно, потому что ему плохо без вас, потому что он злится и негодует. Ну да, потому что должна быть моей, и все, никому не отдавал и не отдам. И вы знаете, что да, в его коллекции может быть много женщин, но вы та, которая отказала, вы та, которая ушла в счастливое будущее, вы та, которая не оглядывается сейчас, и потому вы особенная, и потому хочет вас вернуть. Вот такой вот у нас расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось. Я буду очень-очень рада. Счастья, радости, любви, смелого и благородного человека в вашу жизнь. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!